Кия, тормози! Да ёб твою мать, сука! Пиздец! Собака ждет. Какая умная. Видите, пошла. По пешеходному переходу. Ну, марш. Едет уже 20 километров. Ну, не видел? Все, есть регистратор. Вон сейчас, да, эти мирнинские. Да я не знаю, кто там. Один с мир. Ебать! Thank you.
Качество сотовой связи в Москве улучшится не ранее, чем через год. Это сообщил руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев. Премьер Медведев ранее раскритиковал качество мобильной связи в столице. Он отметил, что во многих удаленных регионах страны сотовые сети обеспечивают большую скорость и стабильность соединения, чем в городе. Вышки сотовых операторов в Москве могут также приравнять к объектам гражданской обороны для улучшения качества связи. До конца марта департамент подаст в Министерство связи и массовых коммуникаций ряд предложений по улучшению и модернизации технологий. Навигатор. Пять баллов оценивают дорожную ситуацию в городе Яндекс. Пробки, крупные сейчас отличаются на внешней стороне. Заранее, блядь, включать надо, осёл ебучий, блядь. Я его пленгавый поджог. Придурочный. Где? Тащите его. Осенью в дождливый серый день проскакал по городу олень. Он летел над гулкой мостовой, рыжим лесом, пущенной стрелой. Ах, ебать, блядь, дебил кусок, блядь! Да естественно. Что? Thank you.
ебаный ты в рот. Ебаный в рот, блядь. Ёбаная в рот, падла! Да, пойди на радость, что ты пишешь.